Thank mm -hmm. Привет, меня зовут Илья, и в этом видеоролике мы с вами, дорогие друзья, вместе попробуем разобраться наконец-таки, наконец, наконец -таки, что же такое, что из себя представляет, что же это за зверь бас-гитара с короткомензурой, короткомензурный бас. И в этом нам сегодня поможет данный экземпляр, это бас-гитара фирмы Kord с говорящим названием Junior, одна из самых дешевых на рынке бас-гитар к этому вернемся позже, обязательно красного цвета, с мензурой 30 дюймов, с одним датчиком, все максимально просто. Мы сегодня с вами послушаем этот инструмент, сделаем аналитику, э, попробуем понять, для чего он нужен, для чего он создан, для кого предназначен, кому стоит обратить внимание, кому не стоит обращать внимание и вообще, что же это такое. В общем, присаживайтесь поудобнее, э, начнем. Данная бас-гитара является одной из самых недорогих и одной из самых доступных на рынке инструментов. Сейчас ее цена что-то типа 19 тысяч рублей, не превышает 20. Но до недавнего времени она стоила всего 12-13 тысяч. Чтобы вы понимали, 12-13 тысяч это, считайте, для инструмента, для бас-гитары, для музыкального инструмента, это практически вы приходите в магазин, это почти подарок. Это очень дешево. Но это и не удивительно. Судя по названию, инструмент Junior, это значит, что он рассчитан на каких-то студентов, школьников, подростков, э учеников э, не 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 как скажем молодых исполнителей молодых музыкантов поэтому соответственно чтобы снизить порог входа чтобы был доступен инструмент чтобы могли покупать и так сказать люди которые не зарабатывают миллионы э, могли даст, себе как бы позволить бас гитару вот поэтому естественно цена снижена ну давайте к, давайте ка разберемся с чем это связано за счет чего инструмент так дешев значит смотрим первое здесь у нас один датчик один датчик максимально простая конфигурация электроники это громкость, вот она громкость у нас и тон. Все, громкость, тон и датчик. Пассивная электроника, кстати. Здесь сзади у нас коробочка, можно открыть корпус, там подкрутить потенциометры и так далее, так далее. В общем, нет батарейки, что для фирмы Код довольно редкость. У них мало инструментов, которые которые пассивные, по пальцам пересчитать, в основном все модели у них активные. Вот тут у нас пассивный инструмент, но надо снижать цену, сами понимаете, поэтому он пассивный. Максимально просто. То есть здесь не нужно вот это вот там э, какие-то вот крутить, звук какой-то волшебный, вот эти частоты там, 25 крутилок вот это вот. Здесь этого нет, человек не отвлекается. Он сосредоточен на музыке, на музицировании, на обучении. У него медитация происходит, он связан с у него связь с космосом. Ему вот это все, все вот эти шуры, эти все фейерверки, лампочки, ему не нужно. Максимально все просто. Поэтому э, вот. Поэтому здесь, соответственно, все так оно и есть. И дешево. Дешево и сердито. Плюс датчик фирмы Power Sound, мыльница. Простой датчик. Ничего в нем сверхъестественно нету, но свои функции выполняет. Идем дальше. Простое, простой бридж, типа фендер, похож на фендеровский. Каждая струна у нас отдельно регулируется, высота. И можно подкрутить мензуру также по дефолту. Обычный, обычный бридж. Ничего в нем такого нету. Струны не сквозь корпус. Все просто, все просто, все просто. Корпус. Если вы обратите внимание, корпус у нас маленький. Здесь открытые поры. Здесь видно такой рисунок дерева. Видно, что здесь, ну, по крайней мере, на деке где-то раз, два, ну, три куска видно. Но я не знаю, может это склейка. Значит, это у нас, по-моему, это тополь. Тополь недорогое дерево, оно не так ценится, как альха, там ясень. Ну, как бы для бюджетных инструментов такое из тополя у нас корпус. Далее, естественно, вкрученный гриф, потому что, опять же, дешево и сердито. Идем дальше. Мы с корпусом разобрались, джек сюда вставляется, тут все понятно. По поводу веса. Гитара супер легкая, она весит, наверное, килограмм 2, даже меньше. То есть у меня, например, Precision Bass Fender, он из, из альхи, он супер легкий, просто пушинка. А этот еще легче. То есть, опять же, для каких-то подростков, детей, девочек и так далее, ну, как бы, для них отлично будет вес. Не, там, ну, взять куда-то с собой не напряжно. То есть, нормально. Вес очень легкая гитара. У меня, к сожалению, нет весов, не могу показать, но поверьте мне, на слово легкая. Значит, идем дальше. Дальше у нас гриф, 22 лада здесь. 22 лада, 4 струны, гриф у нас из клена, голова здесь вот склеена, приклеена, значит, стандартно, голова приклеена, и дальше идет наш кленовый гриф. Ну, тут особо нечего сказать, обычно, по-моему, ятоба, сейчас у них из ятобы делают, то есть это не палисандр накладка, из ятобы, как бы заменитель палисандра. Довольно толстая накладка здесь, то есть можно шлифовать спокойно. И, соответственно, ничего, 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 интересного. У нас голова грифа, 4 струны, название бас-гитары и колки. Все. Все максимально просто. Колки ноунеймовские, no обычные, э, никакие, не фирменные, никакой там не хип-шот, ничего такого. То есть максимально все дешево и сердито. Плавно далее. А далее у нас игровые. Характеристики этого инструмента: насколько он удобный, неудобный, насколько он выполняет свои функции, с чем можно, с какими проблемами столкнуться. На мой взгляд, то, что для мне, мне кажется, то, что я выявил так скажем, по моему скромному мнению не сложившегося музыканта значит, первое, это, конечно, 30-дюймовая мензура. Здесь короче гриф, и к этому надо будет привыкать. Точнее, как привыкать? Если вы взрослый музыкант, навряд ли вы будете покупать этот инструмент, поэтому вам привыкать не придется. Но и новичку тоже не придется, потому что он никогда не играл. Но здесь есть обратная сторона медали если, например, какой-то студент, школьник, новичок возьмет этот инструмент, начнет на нем учиться, то потом переходить на более на на стандартную мензуру будет, опять же, придется привыкать. Это немножко не то. К примеру, когда я записывал партию к этому видео, я столкнулся с тому, что просто я мажу мимо ладов, могу промахнуться, где-то не дотянуть руку не, не, или перевести или не довести руку, в общем, мазал мимо ладов, мимо нот, потому что непривычно, непривычно. Я понял, что надо привыкать. Это немножко другое, другая длина. Вот. И опять же, новичку потом с пере... при переходе на полноценный инструмент могут возникнуть такие, опять же. Ну, это дело времени, конечно, можно привыкнуть за пару вечеров, но есть такой момент: короткая мензура. Второй момент натяжение струн. Мне показалось, что здесь они помягче. Э, Из-за того, что мензура короткая, а короткая мензура всегда натяжение меньше. Э, поэтому здесь в целом все технические приемы: играть, упражнения какие-то, играть с лэпом. Новичку, студенту, школьнику, какой-то девочке маленькой, опять же, будет проще. Потому что сопротивление меньше, <как> при подцепах все очень хорошо цепляется, очень легко извлекается. В этом плане здесь, конечно, мне кажется успех. То есть, вот именно в плане э, легкости извлечения нот, легкости прижима струны к грифу, здесь все легко. Инструмент в этом плане будет довольно доступен для школьников, для детей. Э, то есть, в этом плане они добились того, что хотели за счет этой короткой мензуры. Вот. Что касается струн. Здесь э, ставятся э, желательно ставить специальные струны. Э, Short-long. У Диодарио, например, есть такие струны, они покороче, чтобы не отрезать, можно поставить стандартные просто отрезать. Но опять же, там э, в конце, если э, у струны нет оплетки, и если вы, например, отрежете стандартную струну, у вас может быть либо отплетка размотается, то есть могут быть какие-то мелкие проблемы, либо очень будет толстая струна здесь на колке, не очень красиво будет. Но он, бас будет функционировать, если вы поставите э, и обрежете стандартные струны, бас будет, ну, как бы строить, ничего страшного не произойдет, но специально есть струны. Из-за того, что натяжение струн на этой бас-гитаре немножечко поменьше, чем на стандартно мензурной, конечно же, играть упражнения, конечно же, учиться слэпам зажимать струну будет проще новичку, школьнику, студенту играть какие-то упражнения даже в первой позиции, первая позиция всегда возникает, э, как бы в первой позиции, на первом ладу, на втором, э, обычно у новичков проблемы здесь тяжело, нужна растяжка, э, многие из этого бросают, руки болят и тому подобное, но здесь это будет, конечно, проще. Э, ну, опять же, вопрос перехода на стандартный инструмент. Надо будет переучиваться немного, привыкать, потому что на стяжке не будет такая растяжка, естественно. Поэтому здесь двоякая такая тема. Но действительно они добились того, что проще. Что касается слэпа, все то же самое. Подцеплять э, проще, играть какой-то дабл тамп проще, э, октавы играть проще, растяжка нужна меньше, сопротивление струн меньше. Всякие штуки э, даются довольно просто здесь. К примеру, как такая вот фантастический расклад из этой гитары можно очень крутой слэп, слэп бас сделать, к примеру, поменять датчик, поменять бридж, поменять колки, то есть все э, порожек и именно такую слэп машину вам будет очень просто играть такие слэповые соло, быстрые пассажи, потому что из-за натяжения струны при этом звучать будет все довольно интересно. То есть э, в теории можно сделать такую крутую слэп машину из-за того, что гораздо проще все это делать, э, вот можно заморочиться. Итак, настало время подвести итоги, и первое, с чего хочется начать эти итоги подводить, это определить место вот этого замечательного инструмента в иерархии э, музыкальных инструментов, бас-гитар, э, для чего он вообще создан, какую функцию должен выполнять, э, в чем заложена создателем его, так сказать, миссия в этом мире. Конечно, этот инструмент создан для, в первую очередь, школьников, для детей, для каких-то студентов, для джуниоров, для юнош, для девочек, к примеру, тоже подойдет. Для чего это было создано, для чего это вообще задумка сделана? Для того, чтобы популяризировать музыку, для того, чтобы популяризировать бас-гитару, чтобы популяризировать эстрадные ансамбли среди школьников, среди детей, чтобы приучать к музыке именно молодое поколение. Вот, это история давняя, но вот эти инструменты, они созданы именно для этого, для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы привлечь внимание молодежи, детей к музыке, вовлечь их в эту тему, привить какие-то вот эти вот культуру звука, культуру инструментов. В общем, это такая философская тема, но я думаю, вы понимаете так сказать расширить этот порог, потому что обычно бас-гитара с каким то огромным инструментом, контрабасом, там Fender Precision большой корпус тяжелый, там из на джаз-бас, как бы для ребенка, для какого-то студента это может показаться сложно зажимать струны, 34 мензура, опять же порог входа уже выше, уже выше, уже не каждый сможет, так скажем, осилить, не каждый уже за это возьмется, а вот такой инструмент как бы легкий, доступный, недорогой, так скажем Простое высвоение довольно-таки зажимать еще проще, чем на басу. Четыре струны, замечательно, красивый, красный. Есть еще черные, есть еще коричневые цвета, несколько цветов. Вот. Такие же серии, например, был Fender Mustang, опять же, рассчитана на такая маломензурная бас-гитара, там, для женщин, тоже для детей, опять же, то, что более, больше популяризировать. Есть серия у Ибанеза, 32 мензура тоже, они обычно такие цветастые, красивые цвета, именно для детей, там всякие э, бирюзовые, коралловые цвета, именно вот эта фишка, э, чтобы привлечь, привлечь, э, э, привить интерес, так скажем, у молодого поколения. В общем, понятно, миссия, этот инструмент, в общем-то, для этого тоже создан. И здесь, конечно, плюс. Первый плюс, который хочется сказать, это, конечно, цена, доступный инструмент, и как бы этот плюс уже перекрывает многие минусы, естественно, там какой-то дешевизна звукоснимателей, все довольно просто. Но ну, инструмент супер доступный, но очень дешевый, один из самых недорогих инструментов, как бы здесь, как бы его за что-то ругать, там вот это все говорить, там типа вот там датчик слабоват, там тела не хватает, что-то там струна немножко валится, тут есть натяжение, потому что меньше, вот это вот все немножко вот заваливается гриф, вот это все, вот это вот все это уже не имеет никакого смысла, потому что инструмент супер недорогой. Опять же, супер доступный, сделан хорошо, удобный корпус, доступ нормальный. Как бы у меня никаких претензий нет, я, мне его дали погонять на выходные. А, вот, и он особо даже не отстроенный. А, если его еще отстроить, Проапгрейдить это может быть даже интересный инструмент. Ну, конечно же, например, записывать на студии, я бы его не стал. Это, конечно, для каких-то упражнений больше, для каких-то занятий дома, каких-то минимальных школьных репетиций, школьного ансамбля, вот что-то такое, это подойдет. Но запись, какие-то серьезные концерты, конечно же, нет. Конечно же, нет. Не хватает ему и тела где-то, не хватает каких-то таких моментов. Вот. В общем, все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что уделили свое драгоценное время на это видео. Я думаю, что вы что-то узнаете и узнали уже из этого видео. Я думаю, что не прошло зря это время. Надеюсь на это. В общем, стандартно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ВК, заходите на мой бусти обязательно, подписывайтесь, там много уникального контента. На YouTube не забывайте подписываться, есть Telegram, все ссылки, все под, под видео в описании. Всем любовь, доброта, всем пока.